время было отдохнуть, в принципе, сразу после чемпионата отдохнули. Думаю, все отдохнули. 10 дней, там, 2 недели максимум. Ребята более-менее в таком приемлемом состоянии. Мы сейчас набираем кондиции. Ну, если взять отдельно вратарей, то начинаем сейчас восстанавливать технические качества. Потихоньку набегаем тот объем, который нужно, необходим будет нам для длинной дистанции во всем чемпионате. Но пока, в принципе, время показало, что справляемся, но в дальнейшем я знаю, что будет непросто объединять и тренерскую работу, и еще параллельно самому тренироваться, держать себя в физической форме соответствующей и быть конкурентоспособным. Но думаю, справлюсь. Для этого, думаю, как бы потихоньку и переходим от игротской деятельности к тренерской деятельности. Но конкуренцию тем вратарям, которые у нас сейчас присутствуют, думаю, составлю.